Дорогие друзья, здравствуйте. У вас сегодня замечательная встреча. Необычная встреча. И необычайная. Это одно слово. Александр Михайлович Татарский. Или «Пластилиновая ворона», или «Ставлю три точки». Маловато будет! Я весь... Я живу с головой свернутой назад. Я не уверен, что это правильно. Я знаю, что по многим книгам, скажем, так не надо жить. И советы психологов, да, печатают в журнале в женском каком-нибудь, что так жить не надо. Но я там черпаю силы, вдохновение и стойкость. Именно там, в детстве. Но вот, скажем, будет неправдой сказать, что я его идеализирую, конечно, что у меня было какое-то потрясающе хорошее детство. Оно было не такое веселое, как мне кажется, и не такое счастливое, как мне кажется сейчас. Было детство 50-х годов, и это была нищета. Без кино особого, без телевизора, который появился в моей жизни очень поздно. Первый магнитофон, который папа мне купил, когда я уже пошел работать на киевскую студию, частично мы скинулись, я уже зарабатывал. То есть я в школе не мог иметь магнитофон. На выпускной вечер у меня был пиджак с вот такими вот, как у кондуктора, рукавами. Потому что папины пиджаки короче, и из другого дошили. Папа мой... Работал в цирке много лет. Он был автором репризы «Клоунад» для клоунов. Так что я рос среди клоунов. Конечно, я мечтал быть клоуном. Вы узнали Юрия Никулина? Это было для меня однозначно, когда дети там хотят быть милиционерами, космонавтами или еще кем-то. Конечно, я хотел быть клоуном. Моя беда или счастье, я уже не знаю, что я ничего для этого не делал. И когда я закончил школу, я, конечно же, в цирк пошел работать униформистом. А вторая мечта – это была мультипликация. Потому что где-то, когда мне было лет 12, отец стал писать еще и для киевской студии мультипликационных фильмов, сценарий писал. И он меня привел, может быть, мне было 13 или 14 лет, первый раз взял с собой на киевскую студию. Для меня это был шок, какой в жизни бывает, ну, немного таких шоков бывает в жизни. Естественно, это такой был подъем, и на всю жизнь остался отпечаток. То есть я этот день помню очень хорошо. Я попал на студию, я шел, ну, не могу сказать, что без особого интереса, ну, на студию поехал. Я не знал, что это такое. Я познакомился с людьми, которые делают мультфильмы, с несколькими. То есть папа меня завел в несколько комнат, очевидно, там, где делалось что-то по его сценарию. Это был Эдуард Кирич, Эдик тогда еще молодой и не седой. Это был Дот Черкасский, это был Цезарь Рошанский, ну и несколько других людей. И произошло то, чего со мной никогда, пожалуй, больше в жизни. Ну, это могло носить у меня в жизни единичный характер, у меня еще было такое. Но тогда это носило массовый характер. Я в них влюбился, во всех сразу. Это был как наркотик. Вот все оставшиеся годы, допустим, там, с 13 лет до 17, я мечтал как бы побыстрее вырасти, чтобы попасть на киевскую студию. И в Киеве я научился всему. Неважно, меня учили или я сам учился, и научился благодаря чему-то или вопреки чему-то. Это уже второй вопрос. На третий день моего пребывания на этой студии я украл изрядное количество кальки. И, может быть, на пятый день моего хождения на студию, когда я еще абсолютно ничего не умел, я решил, что я буду делать кино подпольное свое. То есть я буду режиссером, я сделаю свое кино. Я очень быстро понял, что я плохой художник, что я не должен сам делать все, что есть кто-то, кто лучше меня сделает какую-то часть работы. Мне нужны были руки. Но вот нашелся Ковалев, оказалось, что мы очень близки вот, по духу друг к другу, но это не было внешне, очевидно. Стали делать что-то с Ковалевым. Этот тандем потом уже был до... Ну, на много-много лет оказался очень-очень устойчивым. Мне было ведь фактически 23 года, значит, Ковалеву было 20 лет. Мы сделали по-настоящему подпольную студию. Начали ее делать, не так все просто было. То есть настоящий андеграунд. Если есть такое понятие, то мало кто может похвастаться, что он делал что-то вот в андеграунде. Вот это самая студия, это заброшенное нынче помещение, в котором и был сделан фильм, с которого все началось. Назывался он, кстати, «О птичках». Этот фильм открыл им дорогу в анимацию. И Сашу Татарского пригласили в Москву в телевизионное объединение «Экран». А Игорь Ковалев приехал самостоятельно туда же учиться на высших режиссерских курсах. И здесь же они начали делать знаменитую «Пластилиновую ворону» по стихотворению Эдуарда Успенского. Вот так мы жили. Он приехал, и это все еще такая
далекая Москва, платформа Дегунина, электричка, надо ехать и идти пешком от платформы. И всю ночь сортируют поезда за 7, 8, за 8, 12, там голос такой всю ночь усыпляет. И Игорь сидел и делал задание на курсах. Утка взлетает и садится на воду. Учебная сцена, очень старательно ее делал. А я в этот момент сидел и делал сценарий «Пластилиновой вороны». У меня на коленях была тетрадка или блокнот небольшой, я купил в ближайшем магазине. И лежали стихи Успенского, но уже, значит, исправленные с моими там какими-то наглыми вкраплениями. Ну, в общем, все, что есть, абсолютно в таком виде. И чудо было, я ощущал это чудо. Это величайшее наслаждение, которое редко бывает в жизни у меня и, наверное, у других. Я не придумывал сценарий, я его знал. Я еле успевал записывать. Открывается какой-то клапан, я все знал. Выбегает ворона, в руках у нее вертушка, плывет вода, там по воде спички, мостик. Все. Вот, то есть я пересказывал подробно кино. Я очень боялся, что что-то не успею записать и забуду. Кто-то мне говорил, я после этого нагло всегда во всех интервью говорил, что открывается в такие моменты какой-то канал с небом, и я не более чем канал. Другая проблема, что это нельзя отнести и показать, что это странные записи. Но вот так записывается мультфильм. Я потом придумал и выкрутился, и написал абсолютно другой сценарий, который я дал туда. Кстати, музыку написал ныне известный композитор Григорий Гладков, бывший с те поры сотрудником троллейбусного парка. И, кстати, «Пластилин» стал любимым для Саши материалом в кино, видимо, потому что Саша в детстве лепил из пластилина солдатиков. Я свой фильм, любой, вижу в голове полностью, вот я закрываю глаза, и там у меня экран специально есть, я потом покажу, мы разрежем голову, и там будет видно. Там есть экран, проектор, и там показывают кино бесконечно, по много раз одно и то же. Можно вносить изменения, монтировать, то есть все там есть. Или так. Одна кружка была навечно прикована. Впрочем, не стоит об этом. Со снегом сложнее было. На самом деле, после «Вороны» я абсолютно не собирался жить в Москве. Я должен покаяться перед зрителями. Я не люблю московский «Спартак», я болельщик киевского «Динамо». Это абсолютно непримиримо, лед и пламень. И не может киевлянин, болеющий за «Динамо», жить в Москве. Это очень сложно. Это ломка была для меня, повторю, очень большая. А один анин любил очень арбузы. Вы мне напомните, я про него завтра расскажу. Хорошо? В этот период у меня была идея сделать новый фильм. И я-то и в Москву приехал, у меня была идея «Прошлогоднего снега» уже тогда. Названия не было. Называлось это «Елки-палки», через запятые «Елки-палки, лес густой». Вот было название. И был не сценарий, но, в общем, сценарный план у меня был. Правда, я не думал, это из пластилина. Потом, когда я сделал «Ворону», я понял, что, конечно, это из пластилина, и там тоже все эти превращения очень подходили. Жил да был орел мужчина. Ничего не понимаю. Правда, он не выговаривал некоторые буквы и цифры. И работничек был. Угу, вот именно. Но зато большой он был любитель побездельничать. Хорошо, что жена попалась строгая и авторитетная. Как-то под Новый год она послала... Ну, в общем, послала его за елкой. Уж послала, так послала. А то говорит, тот это за Новый год и без елочки. А? Название фильма «Падал прошлогодний снег» пришло Саше как-то во сне. И он, проморгавшись, написал его на полу помадой своей жены. Утром очень удивился. Ну что ты тут лазишь? Что ты себя примеряешься? Послали так руби. Маловато, понимаешь? Это все запретили, это все поломали. Этот фильм вообще был запрещен. И формулировки были гораздо более гадкие. Если «Ворона» просто безидейная глупость, то это уже русофобия, издевательство над советским человеком, потому что в фильме всего один герой, и он русский, да, он уже в шапке, мужик, идиот, при этом он идиот. То есть это значит, а у нас же какая была идеология? Если показывали в фильме, что какой-то плохой врач ворует спирт на работе и делает подпольные аборты, то по сценарию обязательно должен был хотя бы в эпизоде появиться хороший врач, который не делает подпольные аборты и выкидыш вставляет обратно, а спирт ставит на место в шкаф.
этот момент появился желтый пес Назарова. И Назаров, собака, закрыл украинскую тему раз и навсегда. То есть после Назарова делать украинскую сказку невозможно, потому что неизбежно такой же дизайн, неизбежно такая же вот, ну, под примитив, под художников-примитивистов изобразительное такое же решение и другие там ходы. Просто от отчаяния, что я не знаю, как обойти эту проблему, я подумал, ну, черт с ним, будет Грузия. Я взял, ну, потому что грузины, ну, и в моем представлении Кавказ, это очень такое все выразительное, яркое, да, музыка, фактура, очень фактурная. Повторяю, не был в Грузии, у меня были знакомые грузины. И получилось замечательное грузинское кино. Идет мультфильм «Крылья, ноги и хвосты». Он идет там 5 минут. И там нет текста. Два персонажа пантомима. Каждый жест очень важен, потому что одно цепляется за другое, действие развивается за счет показа вот, пластики персонажей. Вот сидит Хесин. Ой, фамилию. Помню, а имя отчество не помню. В зале. И показывает мультфильм. У него телефон. Он смотрит полминуты. Потом он берет трубку и набирает. Кино идет. Номер. А это кресло еще, в отличие от этого, вертится. И говорит, алло, там, Центральный комитет КПСС, ну, не важно, там, куда он, не туда звонил. Да, есть, да, ну, что там, да, ну, что, будем мавзолей настраивать, да? Все, кино идет. Сколько это же я буду мавзолей, да? Иди ты, а он что, а она что, а твоя-то что, а, да, ну, все, ну, целую, да. Прошло 1.5 минуты, там жизнь изменилась на экране за это время. Так, и потом абсолютно непонимающими глазами смотрел, и в глазах было непонимание и возмущение одновременно. Что там происходит? Бред какой-то. И потом в конце он опять поворачивался в кресле, значит, ко всем. Все сидели сзади, он первый сидел и говорил, ну что, это безобразно, все, понять нельзя ничего. Там какая-то птица, то ли она гриф, там вроде говорили, то ли она ворона, что она делает? Я ничего не могу понять, что она там делает, она куда-то ходит, чего-то там. Я говорю ему, Борис Михайлович, помню, а там две птицы. Как две? Он говорит, там две птицы. Птичка. Какие-то птицы, чего-то они там, никто ничего. Текст ему был понятен, если бы они что-то плохое сказали антисоветское, он бы сразу это вычленил и убрал бы. А так они вроде ничего не говорят, но что-то показывают, руками размахивают, какое-то действие, что там. Все, и этот фильм запретили. После объединения «Экран» Саша и Игорь со своей командой организовали студию «Пилот», куда пришли все ребята, работавшие с ними. И эта студия нынче стала одной из самых известных в стране, да и в мире, пожалуй. С улицы взяли ребят, просто по-настоящему с улицы. Вот нашли. Шел человек, показывал свои работы там на рынке, на Измайловском. А потом, когда мы его зацепили, он привел друга. А потом съездили, еще раз в Измайлову нашли Диму и так далее, Маланичева. И Диму Наумова также нашли и так далее. И мы, вот ветер дул в паруса, мы нашли несколько там, людей, которые все сегодня, так или иначе, звезды. И из 10-9 находятся не просто звезды, а звезды в Голливуде. И вот с этими ребятами, они были вообще не обстрелянные. Они сразу сделали вот «Следствие ведут колобки». Люди, которые до этого не делали ни одного фильма вообще. Это была их как бы учебная работа. Между прочим, эти колобки, или братья пилотов впоследствии, оба напоминают Давида Черкасского, крестного отца Ковалева и Татарского. Вот этот особенно, с трубочкой. Да, сегодня вы уже видели на фотографии лицо Давида.
Черкасский, кстати, сделал всем известные фильмы «Капитан Врунгель», и «Доктор Айболит», и «Остров сокровищ». Ничего не понимаем. Лифт — это уже пилот. Придумано было в экране. Это мы снимали «Колобки», а съемочная была возле лифтов. И вот эти знаменитые лифты телевизионные, они делали тин-тин, когда приезжали, тин-тин. И вот это все и было придумано. И звук мы записали на магнитофончик как раз в телевизионном лифте. На самом деле, неважно, что ты создаешь. Я для себя давно вывел, что режиссер, во-первых, это не звание, это самоощущение. От того, что кого-то назначили режиссером, он им не стал. Нельзя быть режиссером, это ощущение. И это очень широкое понятие. Не плюйся ты, Господи! Гениально! Внушай! Как сказала моя бабушка, когда папа купил новую шляпу, она посмотрела и сказала, знаешь что, надо привыкнуть. Ох, красиво вещаешь! Внушай! Прям цицерон с ушами! Саша придумал также и «Тушите свет». Он называет это все современными окнами роста. Александр Татарский вообще очень любит играть названиями. Например, вот этот фильм, один из его последних, называется «Унесенные ветром». Он хотел бы сделать также и «Кормление ребенка», по Люмьеру, может быть. Ну и, вероятно, он закончит все-таки фильм под названием «Прибытие поезда», фрагменты которого вы увидите после этого фильма. Проблема не болезни и не то, что происходит вокруг, ну, бог с ним, а возраст. Я очень тяжело переживаю. Я его не чувствую, но я знаю, что мне 50. Я не могу с этим смириться и даже не понимаю, как вот это произошло просто со мной. Печальнее на свете, чем история с фильмом «Прибытие поезда». Значит, этот фильм был придуман, в принципе, когда Ковалев приехал в Москву. Уже я его ждал и думал, что хорошо бы придумать какой-то большой проект, чтобы мы вместе могли что-нибудь большое сделать. Это было, соответственно, какой-нибудь там 84-й год, то есть очень давно. У меня есть книжка. Эту книжку подарил один мальчик моей старшей сестре, влюбленный в нее до моего рождения. Или когда мне было годик или два, то есть в начале 50-х. Это мой любимый в детстве впоследствии писатель Сотник, Юрий Сотник. Там было несколько рассказов мною любимых, таких советских, про пионеров, но очень искренних и хороших, смешных. И от одного я оттолкнулся. Вот «Прибытие поезда» как бы не имеет уже ничего общего с этим рассказом. То есть он давно растворился в этом эпохальном произведении. Но все-таки первоначальный толчок был книжка Сотника «Невиданная птица», сборник.
Я начал делать прибытие уже один. И делал я его, это очень принципиально, с командой своих учеников. То есть курсанты, которые еще заканчивали у меня курсы, это была их как бы ну, учебная работа. А мультипликат там потрясающий. Больше никогда я не сталкивался с таким уровнем мультипликата в нашей стране. Вот. Мне не приходилось с такими аниматорами работать. Но этих ребят тоже нет, они все, конечно, давно уехали. И мы начали делать кино очень активно, сделали минут 20. Да, фильм планировался, 3 части, 30 минут. Но в процессе работы я понял, что это полнометражный фильм. Ну а тут 91-й год, и потом 93-й, путчи, дефолты, инфляция. Все в производстве развалилось, делать такое большое кино невозможно. И его бросили, просто делать бросили, нет финансов, нет людей. Но уже было минут 15-20, вот чернового сделано, уже было видно, что это за кино. Он весь на грузинском языке, этот фильм. Все персонажи, это действие происходит в каком-то параллельном мире. То есть это как бы СССР или Россия, СССР. Сколько действий происходит, точно определена дата, 11 декабря 50-го года. Начинается фильм 10 декабря 50-го года, вечером, отправление поезда с какой-то станции, допустим, это Воронеж. И на следующий день он ближе к вечеру приходит в Москву. 11 декабря я родился. И дальше действие происходит в поезде, ну или как-то вокруг него. И там идут разные персонажи, просто срез общества. Там есть мальчик Боря, будущий Ельцин. Упитанный, и это у которого змея убежала, такой пионер серьезный, который везет в Москву для живого уголка. Он у бабушки гостил эту змею, лягушек и ящериц. Там есть день парашютиста, который отмечается как раз в этот день, и все прыгают на Москву с парашютами. Там есть отдельная история, просто роман в романе. Ужасная история стрелочника, который по своей сути, по натуре панический трус. И он совершенно запутался, он не знает... куда, как стрелки перевести. И каждый раз ищет новую комбинацию стрелок, надеясь, что вот это вот тот оптимальный вариант, когда поезд не свалится в кювет. Это моя чудовищная боль. Я думаю, что это одна из причин, почему я не уехал в свое время на Запад, что я хотел доделать это кино. Это мой якорь, моя ловушка, моя мышеловка, что угодно. И опять несколько лет фильм не делал. Сейчас он ну, на совершенно смешные деньги, фактически на мою зарплату. То, что я получаю, я отдаю там, нескольким художникам, и он делается. То есть психологически для меня важно, что он не брошен. То есть каждый день, даже пока мы сейчас вот с тобой сидим, разговариваем, можно пройти в другую комнату, и там что-то рисуется. Но темп, с которым это делается, мне понадобится еще 20 лет. Это чудовищно. Я готов ждать, и готов даже не умереть еще 20 лет. Да, это только куски фильма. Частично они уже закончены, цветные. А частично вот такие черно-белые, еще в процессе работы находятся. Но, по крайней мере, как материал, это замечательно. Просыпаюсь я всегда, как ребенок, в хорошем настроении. Это мое спасение. Я всегда просыпаюсь, ну, если я не болен, в ощущении, что... Просыпаюсь в ощущении, что все можно начать сначала. Я начинаю жизнь сначала каждое утро. Я впадаю в отчаяние, конечно, истерички и паникюр, все. Но потом я это переживаю, а потом у меня наступает момент, а нет, а вот я попробую. И опять я начинаю, как Сизиф, катить этот камень. У меня есть это желание... Пока еще есть стартовать, а иначе я ничего бы не смог сделать. Купить собачку – это же тоже начать новую жизнь. Кстати, должен сказать, что у Саши еще и 11 котов. Об Александре Татарском, конечно, нужно еще говорить. Я думаю, мы скоро к нему вернемся. К нему, к его студии «Пилот», к его друзьям, к его школе. Всего доброго. До свидания.